В Северной Осетии продолжается вакцинация от коронавируса даже в майские праздники. В поликлинике селения Октябрьское прививки делают всем желающим. Кто-то вакцинируется впервые, а кто-то получает уже второй компонент. Медики отмечают, сейчас необходимо достигнуть коллективного иммунитета, то есть определенной критической массы защищенных людей. Это остановит распространение болезни. Провакцинироваться может каждый житель республики старше 18 лет через портал госуслуги или регистратуру поликлиники по месту жительства. В основном люди переносят хорошо вакцинацию, побочных таких явлений нету. Старики приходят и говорят, что они устали уже бояться. За это время у меня трое с оперированным сердцем даже сделали и прекрасно перенесли вакцинацию. Мы проверили антитела их даже через 42 дня, и мы были очень рады, что у них появились антитела.